Ну и далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни, и вот какие ответы мы услышали. Давайте посмотрим ваши хорошие новости. Мы идем с праздника поющие копельки городского детского праздника. У нас очень хорошее настроение. Виски помогла. Вам нормально. Мою статью приняли на конференцию в Санкт-Петербурге, там, наука 21 века, я очень рада. Ура! И завтра у нас приезжает делегация из Французского университета Рена, вот, в университет имени Лобачевского. Мы встречаем их, все будет хорошо у нас. Мы воодушевлены. Приехали к вам гости из Ростова посмотреть на ваш дивный город. Мы сегодня идем из театра комедии. Там был замечательный песенный детский конкурс. Мы счастливы. Мы из Казани приехали к вам в гости. Мы очень рады. Конечно, погода подвела. Надеемся, завтра будет хорошая погода. Мы погуляем в вашем городе.